Я хороший человек. Я точно могу их назвать на камеру? Здравствуйте, меня зовут Райан Спунер. Здравствуйте, меня зовут Джесси Блокер. Мы сыграем 7-секунд челлендж. Нет, на раз, два, три. Черт. Я спрашиваю первым. Назови трех хоккеистов, с которыми ты хочешь сыграть. Райан Спунер, Патрис Кормье, Шейн Принц. Назови три европейские страны, которые тебе нравятся. Вообще, это просто. Назови любые три страны в Европе. Греция, Испания и Германия. Три твоих любимых приложения. На телефоне. WhatsApp, Instagram, Safari. Хорошо. Легко. Легко. Назови три вещи, которые должен делать капитан команды. Быть примером. Вдохновлять команду. Быть на позитиве. Опиши в трех словах жизнь в Екатеринбурге. Тепло. Холодно. Весело. Простые слова, это хорошо. Если бы у тебя был джинн, какие три желания ты бы загадал? Жить вечно, перемещаться во времени, уметь летать. Назови три страны, в которых ты мечтаешь побывать. Испания, Греция, Таиланд. Был в двух из них. Мне не весело от того, что надо укладываться в 7 секунд. Но ты был близок. Назови три вещи, без которых ты не можешь жить. Семья, еда и вода. Назови три факта, которые никто о тебе не знает. Да, сложновато. Я не знаю, чего люди обо мне не знают. Сложно сказать за 7 секунд. Родился в Торонто. Сейчас живу в Лас-Вегасе. Второе имя. У меня вообще-то два вторых имени. Илай и Джеймс. Три вещи, которые заставляют тебя улыбаться. Моя собака. Игра в хоккей. Моя семья. Это было отлично. Назови три продукта, которых не должно быть в пицце. Сыр. Анчоусы. Креветки. Сыр, значит? Очень интересно. Да, перепутал немного. Назови трех известных Майклов. Майкл Джексон, Майкл Джордан и... Не знаю больше Майклов. Ты знаешь, давай. Канадец. Не знаю. Два — это все. Три лучших фильма, по твоему мнению. Мстители. Цветы из Бундока. Синистер. Ужасы? Ага. Вот посложнее. Назови три вещи, которые ты ненавидел в школе. Домашние задания. Вставать очень рано. И уроки математики. Назови три вещи, из-за которых родители гордятся тобой. Рождение ребенка. Успешная карьера. Просто хороший человек. Я хороший человек. Это было сложно. Назови три книги, которые каждый должен прочитать. Убить пересмешника. Семь книг про Гарри Поттера и Властелин колец. И последние вопросы. Три русских слова, которые ты слышишь чаще всего. Я точно могу их назвать на камеру? Три самых популярных слова, которые я слышу. Добро. Привет. Как дела? Очень интересно. Три песни, которые ты можешь слушать на повторе. The Chainsmokers, Closer. Также еще AC/DC, Thunderstruck и еще... Да, это, пожалуй, все. Всего два? Два — это все.
Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Следите за всеми соцсетями нашей команды. Счастливо, пока.